поисках очередного крутого селфи я наткнулся на кран, на который я хочу залезть на самый конец, повиснуть на одной руке и сфотографировать себя. Что ж, давайте залезем и посмотрим. Я пролез уже половину. Вон сзади меня ползет бумчик. Блин, я уже устал. Но еще осталась половина. Сейчас мы ее одолеем. Не знаю, может меня будет херово слышно, но мы с Пашей залезли на конец крана. Высота тут просто охеренная. Правда, здесь нету такой горизонтальной палки, за которую можно было бы именно схватиться и сделать именно нормальное селфи, как на обычных ровных кранах. Паша вон тоже снимает снизу. Блин, ребята, как же все-таки охеренно. Мы вам с Пашей никогда не признавались в этом, но мы не только турникмены, но мы еще и руферы. Мы обожаем с Пашей лазить на какую-нибудь высоту. Но последний раз я залазил на Труханов мост, который ведет на Труханов остров. Но Паша впервые меня, конечно, залез. Вот, поэтому мы с Пашей просто дикие, сумасшедшие. Сейчас сидим на краю крана, свесив ноги, и просто сидим вот на наклонной поверхности, то есть с которой можно соскользнуть и упасть. Но мы все равно сидим, и нам все равно, мы греемся. Паша, тебе хочется прыгнуть вниз? Если честно, я не хочу. А у меня такое желание прыгнуть. Но просто я понимаю, что высота крана где-то 100 метров, и плюс этот кран предназначен для того, чтобы прыгать вниз на резинке. И поэтому, как бы, те, которые люди прыгают, они достают до воды, но всего чуть-чуть, и они как бы не разобьются. А мне кажется, если я прыгну в воду, то я просто разобьюсь в котлету, достану до дна ногами, поломаю их себе. Так что лучше я не буду прыгать. Почти уже слезли с крана, так как поняли, что мы находимся на нем слишком долго и привлекаем слишком много внимания людей. Поэтому мы слазим. Я вам не рассказал еще одну тайну. Я не только турникмен и руфер, но еще и паркурист. И сейчас буду делать сальто заднее. Весна, тепло, а мы с Пашей нашли лед. Блять, камера упала в воду, сука! Ебать, камера падает. Мы с Пашей нашли канатную дорогу, которая ведет с одной стороны гидропарка куда-то туда на другую. И идет эта канатная дорога через ставок небольшой. Вот мы нашли палку, чтобы съезжать. Потому что никакого приспособления здесь нету, но у нас есть палка. И давайте посмотрим, как я буду съезжать. Я надеюсь, я не убьюсь. Я на медведя не убью. Блять, это не медведь. Ого. Попытался я съехать, но палка оказалась не сильно прочная, канат ее протер, и к тому же она еще не скользит по нему.
И вот так вот.